проходите. Меня зовут Дильфуза, сейчас я вам покажу свое жилище. Это у нас общежитие в формате блоков. Это моя комната на 2 человека. Я живу с замечательной соседкой. Здесь очень легко найти общий язык с жителями России, потому что они очень легко относятся к иностранцам. У нас здесь 2 кровати, в каждой комнате есть холодильник на 2 человек, и в комнате на 3 все прекрасно хватает. У каждого есть свой шкаф, свои тумбочки, куда можно все разложить, столы, где можно покушать, сделать уроки, стулья. И сейчас я вам покажу туалет и ванную. Мне нравится жить в общежитии, потому что здесь комфортно, чисто. Все очень чистенько и аккуратно. Каждый день приходит женщина, меняет все, убирает, моет. Душевая, где можно помыться, где только девочки, либо в другом блоке, где только мальчики.